Салам, сүйүктүү достор, Супер ТВ Борбор калабыздагы кинотеатрлардын бирине келдик. Бул жакта казак элинин белгилүү продюсери Баян Лагузова бүгүн Кыргызстанда дегеним өзүнүн тагдыр бекети аталышындагы кино тасмасын Кыргызстанга алып келген. Эртең 12 июндан баштап Кыргызстандын айрым кинотеатрларында мына ушул тасма көрсөтүлө баштайт. Баян Лагузовада дагы өзүнүн азыр алдыда интервью алабыз. Негизи эле жалпы тасма тууралуу кызыктардын баардыгы тең алдыда болсун. Баян Максат кызы Бишкек шаарына жолдошу жана кичүү кызы менен бирге келген. Ал Ысык Көлгө көп келерин айтып, ал эми Бишкекке 3-жолу жолу келишим дейт. Я генеральный продюсер этого фильма и исполнитель одной из, я бы сказала, даже второстепенных ролей, потому что в главных ролях у нас молодежь. Это Айгерым и Оскар Ильясов, актер, казах, который живет и работает в Москве. Вот, закончил московскую школу актерскую, и мы решили его попробовать вот на казахстанском. В казахстанском фильме, где он, мне кажется, отлично справился. И мне кажется, что наши главные герои очень-очень полюбятся киргизскому зрителю. Они действительно очень красивая, гармоничная, влюбленная в друг друга пара в кино. Иртинин бастап, Кутай Галаса, Бишкекте, бәрі кинотеатрдарда көрсетілет біздің фильміміз. В Казахстане прошла презентация и прокат уже 2 месяца назад. Вот, и все это время у нас шли длительные переговоры с киргизскими прокатчиками. Вот, наконец мы договорились, и с 13 числа фильм выходит в киргизский прокат. Это третий мой приезд. Ну, естественно, я много раз была на Иссык-Куле. Я с самыми светлыми чувствами приезжаю в Бишкек, потому что здесь наши родные люди, наши родные сестры и братья. Вот, и здесь совершенно чувствуешь себя как дома, если честно. Вот с такими чувствами, как будто приехал домой. Жабык эшик артында көрсөтүлгөн тасманын уюштуруу иштерин ырчы Анжелика колго алган. Ал тагдыр бекети тасмасында роль жараткан Баян Максат кызынын образынан таасирленгенин айтат. Ойногон ролунда мурунку сүйүүсүнө жүрөгү тартып турса дагы жашап жаткан жолдошунун жанында айым катары калганы мага абдан жакты. Себеп дегенде болуп жаткан жашоонун агымын бузбастан улантып кетти. Бакыт болсо балдарында калды. Бардыгын өзүңүздөр көрө аласыздар. Тасма көрүүгө келгендердин көпчүлүк бөлүгүн айымдар түздү. Алардан казак продюсери тууралуу сурадык. Негизи кинолорго кызыгам. Анткени себеби мен кинодон өзүмө керектүү баягы эмелерди алам да. Урок деп котко. Для жизни, анан бүгүн да мага ушундай бир жакшы эме болуптур, чакыруу болуптур, ошон үчүн келип көрөйүн деп мага да кызыктуу болуп атат азырчы. Ошол интересно. Всегда интересуюсь негизи кино, но позитив жактарын алам да, всегдачы. Бүгүнкү тасманын башкы каарманы Баяны. Баян тууралуу кандай маалыматтарды билесиз? Билесизби? Мен эми Баян тууралуу жаңы эле уктум да, буга чейин чынында эмем жок болчу. Анан мындай чырырак деп уктум да. Анан точно не знаю. Кимди чыр деп уктуңуз? Ошо Баянды өзүнчү мындай кичине ушундай бир эмеси бар деди да, семейный жактан депчи, бирок мен точносун билбейм, ошону билгим келип атат да. Какой он человек, өзү кандай представляет ошонучу. А так мен азыр эле бул жака келип эле уктум да. Ошо Анжеликаныкына келдик элек, Анжелика поддержка кылыпчы. Анан Баянды мен мындай өзүн көрө элекмин, бирок угушум боюнча ал биздин Асоль Малдакматовадай болуп ушу Казакстанда өсүп атат дегендей кабардарым бар да. Жаштарга жардам берип ушундай кыз деп уктум эле, жаш таланттардын бири да. Ты очень странный. Ты не веришь в счастье, в дружбу, в любовь. Мне кажется, ты просто убегаешь от этих чувств, потому что боишься их испытать. А у тебя прикольные глаза. А мама? Мама. Мама красивая, значит. Минуточку внимания. В этом вагоне есть девушка, которая мне сильно понравилась. И я хочу посвятить ей песню. Да. Ее зовут Гульнас. Вон она. Помаши рукой. Посмотрите на нее.
Тасмада улан атту жигит кезектеги мыйзамсыз ишин жасап, полиция кызматкерлеринен качам деп поезддин вагонуна түшүп кетет. Ал жактан Гүлназ атту кызды жолуктуруп сүйүп калат. Кыз жигит кудум эле бири-бири үчүн жаралгандай. Бирок тагдыр жаштарга ары оор, ары татаал сыноолорду даярдайт. Соңунда алардын сүйүү баяны аяктайбы же күчөйүбү тасмадан көрүнүүсүн уштайбыз. Это встань, ну встань, ну покажись. Это самая красивая девушка из всех, которых я встречал. Старик, 100 лет с тобой не видно. Здравствуй, дорогой. Здравствуй. Здорово. Ну что, ёкнуло сердечко-то? Я же видел, как ты на него смотришь. А я ведь любил тебя больше, чем жизнь. Ну это нас с тобой никак не касается. Самое главное, что мы хотим быть вместе, слышишь? Ты всегда была моей. И всегда будешь моей. Ясно? Сволочь, это все из-за тебя! Ты понимаешь, что ты наделал? Да я тебе все объясню. Можно все объяснять. Я тебя видеть не хочу. Это твои проблемы из прошлого. Варись в них сам, сюда не лезь. Лада я, она тут при чем? Ее-то за что обидел? Может быть, я в первый раз в жизни влюбился, а ты пришел и все испортил здесь?